Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою обширную серию народных и домашних рецептов борьбы с грибком на ногах. И только у меня на канале собрано уже практически максимальное количество подобных рецептов. Ссылка на этот плейлист будет в описании к этому видео. Но рецептик на сегодня такой. Он простой и, в принципе, недорогой. И сейчас я расскажу, как правильно изготовить эту чудо-масть. Первое. Нам нужна жировая основа. Можно использовать косметический жидкий вазелин. Можно использовать сливочное, желательно топленое масло. Также можно использовать кокосовое, натуральное масло. И другие виды жировых основ. Ну, например, внутренний свиной жир. Ну и главным нашим компонентом, лечебным, конечно же, является настоящая качественная куркума. Если кто не знает, куркума — это имбирь. Красный имбирь. Сюда также входит чесотка на ногах, которая вызвана грибком. Дальше неприятный запах ног и так далее. Один к одному. Ну, например, берем 2 столовые ложки куркумы и 2 столовые ложки жировой основы. Если у вас проблемы более сильные или это грибок ногтей, он очень тяжело выводится, можно жира добавлять меньше. То есть делаем концентрацию максимально большую. После того, как идеально все соединили, перегружаем все в стеклянную банку и храним в холодильнике. Если это запах, легкая чесотка и так далее на стопах, на коже, просто берем и тонким слоем все хорошо наши стопы растираем, втираем этот крем. Такую процедуру желательно делать на ночь. После 5-минутного втирания просто сидим и ждем, пока максимально все высохнет. Потом берем технические носочки и одеваем. Идем сразу же ложиться спать. Вот и все. Будьте здоровы.